Ребята, у нас 631 монетка. Шестеренка даже, да? Я хочу полностью прокачать этот автомобильчик. Давайте попробуем буст улучшить. А, нет, у них хватает денег. Ладно, мы сейчас заработаем деньги. Так, и турбо... А, подвеска. Давайте возьмем подвесочку, возьмем, приобретем. Хорошо. Поехали. Поехали на машинке нашей. Сейчас попробуем проехать. Далеко проедем или нет, не знаю. Так, давайте ускоритель сразу включим. Да, ускоритель у нас достаточно-таки быстро, ребята, восстанавливается. Это хорошо. Ой-ой-ой, чуть не перевернулись. Нам нельзя переворачиваться. Максимально ехать надо аккуратненько. Ну, смотри. Мы оторвались, да, нормально? Ой-ой-ой, тихо-тихо. Вот это взрыв. Так, у этого чувака что-то голова горела. Не знаю почему. О, бежит за нами. С костылями вот этот чувачок. Так, монстр-машинка. Показываю, что близко. Так, вот этого надо как-то... Блин, гада. Щелкнуть. Так, тихо-тихо, ждем, пока турбо увеличится. Все, поехали. Так, сколько у нас там время еще? Так, а может быть мы проедем, и нам дадут еще одну штучку? Карту локации. О, нет, монстр уже рядом, ребята. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, турбо, быстрее, турбо. Так, он еще этот прицепился за нами. Все. Ах, чуть-чуть проехать-то надо было, елки-палки. 1601. А, троечка 1601. Давай, поехали дальше. О, троечку мы должны с вами, ребятушки, открыть. Не знаю, получится или нет. Так. У нас машинка, в принципе, нормально. Надо ее прокачивать еще больше. Сейчас посмотрим. Так, чуваки вот эти все ходят. Такое вот постапокалиптическое место. Так, все, турбо 100%. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, перевернулись, ребята. Нельзя переворачиваться. Это хорошо, что еще машинка у меня не взорвалась, еще нормально едет. А так было бы вообще проблема. Так, давай, турбо. О, едет уже, смотри. Да ё-моё, а, вонючка. Еще вот этот мотоциклист тут ездит. Меня стреляет постоянно. Так, давайте оторвемся от них. О, оторвались. Оторвались от кого-то одного. Так, он с костылями бежит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Еще один мотоциклист. Да сколько вас там, а? Ой, вот эти мне зомбаки, они меня тормозят. А здесь нету пушки, а? Слушай, в продаже в магазине. Я бы купил бы какой-нибудь пистолетик. Смотри, с двух сторон меня стреляет, а? О, нет. Все. Машинку взорвали. Так, что там он пишет? Мне поставить какие-то звезды или что? Что это такое? О, нифига, что это такое? Смотри. Unlock Progress. Ну и что он мне показал этот? И давай это как-нибудь мне дай вот эту штуку. Звездочку. У меня звездочек нету. Угу. Так, офлайн. А, тебе нужен этот самый интернет. Ладно. А, покатались мы. Давайте другую поиграем в игру. Так, что ж купить-то на $492? Ботинки мы не купим. А, давай купим энергию. О! Так, и броню. Почему бы нет? Давайте. Поехали. Так, бежим нормально. Скорость хорошая. А мы с вами купили броню немножечко. И купили мы энергии. Должны мы дойти до финала. По крайней мере. Сегодня попробуем. Попробуем дойти до финала, ребята. Вот, зомбариков сейчас всех щелкнем. Тогда мы дошли до водопада и остановились. Сейчас посмотрим, куда мы дойдем сейчас. А, вот наш водопад. Энергии еще много. Да, смотри, мы прям хорошо таки прошли. Вообще нам кучу денег дадут. Это что такое горит? Фига себе. Они там что жарят? Или может печку топят просто? Может баню топят? Не знаю. Так, все, энергия у нас закончилась. Закончилась энергия. $752, офигеть, так много.
Ну давай приобретем тогда. Давай скорость. Скорость ходьбы. Максимально прокачали. И на 200. Ну давай броню возьмем. Все, 71 доллар у нас остался. Вот, теперь смотри, как мы быстро ходим. Угу. Это у нас максимальная скорость, кстати, если что. Можно прокачать. О, пропустили, прикинь, мы одного пропустили. Чувака. Надо нам скорость вращения сделать. Да, это точно. Скорость вращения купим сейчас. Давай, здесь зомбариков сейчас пощелкаем. Купим вращение меча. И тогда мы можем быстро-быстро мечом вращать. И зомбариков убивать. Так, о, нифига, зомбари как разлетаются, офигеть. Так, вот у нас чуваки ходят. Чуваки, инопланетяне какие-то. Давай сейчас всех вот этих вот зомбариков мы щелкнем, посмотрим, сколько нам денег дадут. Да. Тихо, коробки. Ага. Смотри, мы здесь еще не были. Прошли мы хорошо, прям много. О, вот уже практически я вижу, что мы скоро-скоро, ребятушки, с вами доберемся до дома нашего. Ну что, ребята, продолжаем играть Мистер Буллет. Так, у нас здесь такое задание. Он сейчас на динамит. Да, на динамит прыгнул и взорвался. Так, Special Offer. А, у нас здесь еще, кстати, есть и оружие другое. Можно применить взрывчаточку. Опа, давай падай. Готов. Так, что ж тут делать-то? У нас есть две пули. Давайте попробуем. Ага. О, прикол, ему заплохело. А так, если два раза стрельнуть, ему ничего не делает. Вот, а так убили. Угу. Так, два чувака. Так, давай мы тебе в ногу. Ты бросаешь на ТНТ и взрывается. Ох ты, Мистер Буллет, а? Шпионаж такой. Чувак такой, а? Какой же он прирожденный киллер-то, а? Так, два чувака сидит. Надо как-то их щелкнуть. Один готов и второй. Вот так вот. А теперь быстро. Есть. Дальше идем. Какое у нас следующее задание? А, ну вот здесь просто. Пробиваем. Эта штука должна упасть. Падай. И этого сбивает. Да, зря ты там стоял, конечно. Так, здесь одной пульки надо их убить. Ага, вон оно что. Это крутилки какие-то стояли. Так, здесь что, ребята? Ух ты! Не получилось, да? А поближе. Нифига себе. Давайте попробуем. Нифига. Ага, вон оно как. 20 баксов нам дали, так, мне это мало. Да ё-моё. Так, я хотел 20 баксов, думаю, мало, да, еще больше дадут. 10! Странно. Так, у нас здесь надо этого чувака скинуть, да? Нифига. Нифига. Ага, так тоже не получается. Давайте еще раз попробуем. Может, с этой стороны стрелять? Ух ты! Нет. Не получилось. А давай так попробуем. О! Готово! Но он не смог упасть. Если только два раза стрельнуть. Да, и всех взорвал. Слушай, динамитиком. Да, ребятушки. Вот такая вот игрушка Мистер Буллет. Давайте поиграем в следующий. Здравствуйте, ребята! Привет! Сегодня мы играем в игру «Шарики». И что нам нужно сделать в этой игре? Нам нужно соединить два шарика, чтобы получился один большой-пребольшой шарик. Надо, чтобы это получилось. Так, давай начнем. Это очень легкий уровень, первый. Так, следующий, смотри. Три шарика. Один, два, три. Стреляем. Есть. Так. Второй. Второй. И третий. О, какой большой шарик стал. Смотри, как он радуется.